Алексей Цыденов начал наказывать своих подчиненных. Речь идет об исполняющем обязанности министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Сергея Козлове. Цыденов сделал ему выговор на планерном совещании, пишет Информполис. Чиновник не выполнил поручение о привлечении в республику авиакомпании «Победа» в качестве альтернативного авиаперевозчика и не доложил о том, что аэропорт Байкал отказался заключать с ней договор. Руководителю региона пришлось самому решать все вопросы с авиакомпанией и собственником аэропорта. Отметим, что Сергей Козлов ранее уже попадал в скандальную ситуацию в связи с проблемой организации авиаперевозок. В конце февраля пресс-служба возглавляемого им ведомства сообщила, что министр встретился с руководством авиакомпании S7 и добился значительного снижения цен на билеты по маршруту Улан-Удэ-Москва-Улан-Удэ. Но абсолютному большинству жителей Бурятии так и не удалось слетать в столицу и обратно по сниженной цене. Оказалось, что речь шла об обычной сезонной акции. Одноликая Бурятия. Почему о нас знают так мало и так плохо? Этим вопросом задаются журналисты газеты «Молодежь Бурятии». 2,5 года назад известный блогер Дмитрий Иванов поинтересовался у москвичей, знают ли они, где находится Бурятия. Правильные ответы тогда дало чуть больше четверти опрошенных. При этом большинство респондентов были уверены, что Бурятия – это независимое государство, которое граничит с Россией и не проще войти в ее состав. Колбаса без мяса. В Бурятии ГОСТ исчезнет с прилавков, пишет газета номер один. На прошлой неделе Минпромторг России сообщил, что со следующего года в стране ведут добровольно-принудительную сертификацию продуктов, маркированных логотипом ГОСТ. Дело в том, что слишком много желающих незаконно использовало логотип. Производители быстро сообразили, что знак государственного стандарта вызывает доверие потребителей и продает себя сам, без лишних затрат на маркетинг, раскрутку и привыкание. Рынок среагировал быстро. На полке вернулись колбаса докторская и пломбир ГОСТ. А за ними сосиски, тушенка, сгущенка, мороженое и другие продукты, маркированные наследием советского прошлого. Таким образом, увидев слово ГОСТ на упаковке, со следующего года можно смело покупать продукцию. Это были лишь некоторые публикации республиканских еженедельников. Баир Цыдыпов, Надежда Хлыстова и Алексей Щербаков. Новости дня.